Чтобы успокоить, облил бензином. Именно такое объяснение своему поступку давал сам подсудимый. Он долго держался в версии, что после этого его супруга сама случайно загорелась от мангала. Но свидетели видели ясно. Это он с угрозами поднес к жене зажигалку, и огонь распространился по всему ее телу. Уже в больнице врачи констатировали – ожог 90% кожи. Женщина скончалась через 3 дня. Трагедия произошла прошлым летом. Сегодня суд огласил приговор. Мужчину признали виновным. Частично присоединить неотбытую часть наказания по приговору Октябрьского районного суда города Пенза от 31 марта 2022 года и окончательно назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. В тот злополучный вечер все началось с визита гостей. Компания принялась распивать алкоголь. Вскоре супруги оба в подпитии стали скандалить. Только вместо кулаков на этот раз мужчина поступил куда жестче. Потушить огонь он пытался с одним из собутыльников, но женщину было уже не спасти. Вот так мы закидывали с двух сторон. Вы вдвоем тушили, больше никто не тушил? Вдвоем тушили, больше никто не тушил. Исходя из материалов дела, агрессивные стычки между супругами происходили регулярно. За полгода до смерти жены муж наносил ей тяжкие телесные повреждения. Несколько дней та лежала в больнице. Тогда из-за того, что они продолжали жить вместе и жертва не настаивала на строгом наказании, суд решил дать шанс на исправление и приговорил мужчину к условному сроку. События их, так скажем, конфликтов, которые происходили очень часто в семье, одни и те же, по одной и той же схеме они развивались. То есть они вместе выпивали, они злоупотребляли спиртными напитками, вместе они выпивали. Он придирался к ней по любому случаю, использовал любой момент, то есть там заплакал ребенка, или она что-то не сделала по дому. Вот. И в дальнейшем это перерастало в то, что он начинал ее избивать. Суд учел отягчающие обстоятельства, алкогольное опьянение и смягчающие. То, что мужчина содействовал следствию, пытался помочь жертве, и то, что супруги воспитывали 3 детей. Сейчас они находятся у бабушки.